7 of 9. In this instance, I speak for the cooperative. She survived and downloaded herself into this Unimatrix. Now she is compelling any vessels with disconnected Borg to return for reassimilation. You must upload a virus to the disconnected Borg ships before they reach these towers. If the ships reach these emitter points, the Borg Queen will begin to reassimilate them. The cooperative will not be able to assist in this endeavor. The longer they stay, the greater the risk of assimilation. Итак, друзья, всем привет. В этот раз я хотел показать прохождение Borg Disconnected. Это PvE-миссия, которую нам 7 of 9 выдает задание, между прочим. Есть смысл в том, что королева Боргов решила вернуть, так сказать, заблудшие души обратно в коллектив. Вот. Вы, наверное, кто не смотрел, не знаете, но Дельта Квадранте был так называемый Борг-кооператив, куда входили Борги, которые вышли, так сказать, из контроля общего разума. Ну вот, собственно, королева решила обратно их вернуть. Вот. И смысл в чем? Вот летят вот эти отключенные корабли Боргов, и наша задача вот в этих трех точках эти корабли перехватить до того, как они обратно подключатся к коллективу. И вот сейчас вот попробуем. Расстояние должно быть менее 5 километров. Вот, все. Вот отключили. И оптимальное значение для получения максимального количества марочек здесь вот, 15 штук. Уровни сложности сейчас еще пока не ввели. Вот. Но в PC-версии есть вот уровни сложности. Там Advanced, Normal и Elite. Вот. Вот. Это вот сейчас вот идет Normal. А в Advanced и в Elite там некоторые вещи уже становятся обязательными. Вот за нормал не скажу, а вот в элитной версии там вот эти 15 это минимальное количество, которое нужно прям. Если на первом же этапе эти минимальные количества в 15 не набить, то все. Вот. Ну, пока хорошо идем, на самом деле. Вы должны заметить, что счетчик стоит на 0-0. Это вот какая-то бага. По идее, там должен нормально работать. Ну, я надеюсь, ближайшую профилактику это устранят. Всего здесь глобально 4 этапа. На каждом этапе там ситуация усложняется. Сейчас не буду спойлить, так сказать, пока как. Вот. Вот на первом этапе у нас Борги из коллектива, так сказать, активно пытаются помешать. Вот, вот. Мы, команда подобралась хорошая, мы выполнили необходимое количество, и сейчас уходим в плюс. Опять же, чем больше уйдет в плюс вот этих очков будет, тем выше будет награда итоговая. Вот все, закончился первый этап, небольшой ролик. И презентация второго соперника. Это Ундины.
Ундины здесь мешают тем, что ставят вот эти вот ловушки, которые все притягивают. И еще шарики. Это вот две вещи, которыми ундины мешают. Ну и боргов, естественно, никто не отменял. То есть на каждом этапе появляются все новые и новые соперники. И, соответственно, задача по, так сказать, дисконнекту заблудших борговских душ усложняется. Ну, опять же, повторюсь, команда попалась хорошая, поэтому идем хорошо. Я тут себе на корабль еще разорился. За 1 800 000 купил хороший лучик на 12 уровень фиолетового качества, так что все-таки немножечко, но как-то получше дамажу. Сейчас вот надеюсь туром по галактике заработать еще и дальше прикупить. Ну а потом, когда прокачаю репутации, буду уже выбирать сет и набор оружия, исходя из репутации. Очень, короче, конечно, хочется и с темпоральной репутации, то, что у меня на ПК-версии, но, к сожалению, темпоральной пока нету. Поживем, увидим. Так. Это я очень далеко отлетел. Надо рифт изничтожить. Так, вот, все. Значит, очки начисляются только за освобожденных боргов. То есть за уничтожение ничего не идет. Так, вон сверка полетела. И опять на каждом этапе там увеличивается, так сказать, размер кораблей, которые нужно освободить. Если вначале это шли пробы, то потом вот сферы, и под конец у нас будут полноценные кубы. Что-то прям даже не знаю. Ну, хотя, в принципе, должны успеть. Остался только один. Я, как правило, иду на правую сторону. Ну, обычно люди распределяются так. Два направо, два налево, один наверх. Ну, наверх, как правило, идет самый-самый сильный, который может все это изничтожать прям мгновенно. Если у вас там это все оружие 14 уровня, вот все. А вот, да, прям тютелька в тютельку успели в последнюю секунду буквально взять 15-й оптимальный корабль. Да. Так, ну и вот последний этап. На последнем этапе у нас прилетают друзья-боты. У ботов здесь, значит, особо крутые корабли, которые стреляют Борг-Киллинг торпедами. Вот. Соответственно, эти торпеды нужно сбивать. Вот она полетела. Вот она полетела. Попробую сбить. Да, не получилось. Вот, очень крутая. Вот эту изничтожил.
И вот он, Борг Киллинг фрегат. Такая вот штуковинка, грубо говоря, которая аннигилирует сразу же. Не важно, там куб, сфера, проб и так далее. То есть, соответственно, вот эти фрегаты на третьем этапе, это ваша первейшая цель. Вот. Причем мне, чтобы атаковать господ из коллектива, он выцеливает именно кооперативных боргов. Вот так вот. Такая вот политика двойных стандартов. Наш финал уже близок. Ну вот, идем в целом нормально. Ни на одном этапе у нас оптимальные значения не были пропущены. Так что есть еще шансы набрать максимальное количество очков. Ну там еще от финальной битвы с боссами все зависит. Так. Вот, вы смотрите, осталось всего два кораблика. Очень хорошо, очень хорошо. Приятно, когда вот попадаешь в такую профессиональную команду, и все знают, что делать. Ну, остается надеяться, что на финальном боссе, вернее, боссах, все будет хорошо у нас. Так. И еще один у нас остался. О, все, отличненько. Отличненько. Какой-то десантом поднял. Все. Теперь все остальные будут идти нам в плюс. Да, все. И вот, собственно, финал. В финале у нас столкнутся три дредноута всех трех противоборствующих сторон. Ну и наша задача завалить их. Друг друга они тоже атакуют, но не то чтобы шибко. Ну и начинается уничтожение с дредноута ботов. Он самый жирный, самый большой. Как правило, и берут именно его в первую очередь, потом все остальные. Дается на все ограниченное время, вот, к сожалению, оно не показывается. Там, по-моему, минутки 2 или 3. То есть там прям очень-очень надо быстро их разбирать. Ну, пока идем хорошо на самом деле. У кого-то очень нехилый такой дамаг. Я дамагом, будучи наушником, похвастаться не могу. Я вот только дебафы могу вешать. Вот. Ну, что есть, то есть. Вот.
Так, отличненько, один готов. Так, ну, пошли следующего добивать. Так, кого сейчас бьют-то в основном? Так, так, теперь пошел Ундиновский. Вот там какие-то перки даются. Нехило так прилетело. Так, отличненько. И осталось у нас Курулева. Вот тебе и Зивик шел переш, да. Вот так вот я до конца и не понял вот с этим перком, как оно считается. Или там королеву Боргов нужно сначала изничтожить. Вот. Насколько раз эту вот штуку проходил, так вот до конца и не понял. Так, извините, друзья. Возможно, там каждый раз разная последовательность. Ну, не суть, важно. Главное, вроде бы успеваем. Вроде бы успеваем. Конечно, если бы часики работали, знали бы лучше, но уж что есть, то есть. У нее очень щиты быстро восстанавливаются. Вот приходится тратить время на уничтожение щитов. Вот на самом деле, вот самый поганый соперник из всех. Ну, отличненько, практически 2000 очков набрали. Вот, кстати, в первый раз я за все время на PS4 изничтожил все. Ну и давайте, вот, собственно, реварды. Они у меня синенькие, потому что 24 часа еще не прошло. Я вот вчера вечером выполнял. А когда выполняешь первый раз в сутки, то они фиолетовые, там еще большее количество марочек дается. Ну, давайте вот контркоманд возьмем. И сколько нам марочек дали? 42 штуки. А вот если бы было фиолетовое, то еще бы где-то в два раза больше бы дали. Вот. Ну, вот опыт и делите. Немножечко делите. Так. Ну, вот так вот оно все происходит. То есть вы становитесь в очередь, потом приходит подтверждение, вы подтверждаете, и вас телепортируют уже на место событий. Никуда лететь не надо. Вот. Все. Система все делает за вас. Вот. Вот так вот, друзья. Вот, собственно, и все. Это вот первый был СТФ из тех, что сейчас есть. Постараюсь показать остальные. Просто остальные менее популярные. И патики их собираются гораздо дольше. Но по возможности постараюсь записать. Ну, на этом все, друзья. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Следите за трансляциями на Твиче. И обязательно вступайте в группу ВКонтакте.